В соседней Испании началась неделя забегов с быками. Десятки тысяч человек в белых рубашках и с красными платками в руках собрались на площади Памплона, чтобы поприветствовать открытие ежегодной фиесты «Сан-Фермин». О ее начале традиционно оповещает «Чупинаса» – сигнальная ракета, запущенная с балкона мэрии. Руководил церемонией на сей раз президент Красного Креста Памплоны Микель Мартинес. В этом году движение отмечает свое 150-летие. Сегодня стартовали знаменитые «Энсьерро» – забеги смельчаков с быками по узким улочкам наваррской столицы. Эти же быки вышли на арену против ведущих тореадоров Испании. Памплонцы празднуют Сан-Фермин уже 8 столетий. В течение 36 лет его посещал сам Эрнест Хемингуэй.